Все же думают, что я Денис Добровольский по одной простой причине. Это везде написано. Зачем ты это сказал тогда? Павел Воля, настоящая фамилия. Зачем? Рассказываю. Я в камеди делал монолог, который был посвящен тому, что у большинства звезд псевдонимы. И у этого монолога не было концовки. Поэтому, так, теперь... поэтому я в конце, чтобы вместо того, чтобы придумывать концовку, сказал, ну и я с вами попрощаюсь тоже, скажу свое настоящее имя, фамилию. С вами был Павел Добровольский. Ладно, скажу и до конца. С вами был Денис Добровольский. И все, и у всех лопнули пуканы. Денис! Он Денис! Тебя цепляло это, вот этот негатив? Да нет, никакого не было негатива. Я подумал, боже мой, люди, вас так просто... Вы смотрите юмористическое выступление, и в юмористическом выступлении не видите юмор.